Участники талант-шоу «Gently Says» продолжают покорять новые сцены. На этот раз юные крымские вокалисты стали лучшими на региональном конкурсе «Яскра Ведіти Украины». На протяжении нескольких месяцев проводились кастинги. Среди сотен детей выбрали 30 конкурсантов. 6 из них – победители-финалисты талант-шоу «Gently Says». На конкурс детей готовили талантливые педагоги – Эльмира Бекирова, Эльвира Сарыхалил, Айдер Купидинов и София Денишаева. Аккомпанировал им оркестр «Bright Band». Выступления детей оценивали звезды украинской эстрады – Руслан Квінта, Ольга Цибульська, Вера Кікелія и участники группы «Один в каное». Члены жюри отметили высокий уровень подготовки крымских детей. 14-летняя Алиме Усманова и 12-летний Сервер Карабаев стали призерами конкурса и получили специальные призы от организаторов. Было очень приятно выступать на этой сцене. Я для себя получила огромный опыт и море положительных эмоций. Gently Says сон мемпек чох конкурсларда иштирак эттим. Бугун мен хырым татарларны бутун дюняга көрсеттим. Песня «Джамалы 1944» принесла 15-летней Айсие Абхаировой первое место. Замечательный конкурс «Яскра Ведіти Україна», в котором я спела и представила песню 1944. Надеюсь, я смогла передать все эмоции, которые прочувствовала в этой песне, а также смогла достойно представить крымско-татарский народ. Сердца жюри покорил академический вокал 11-летней Эмилии Курциитовой из Джанкоя. Она стала обладательницей гран-при. Теперь Эмилия представит Крым на гала-концерте «Яскра Ведіти Україна» в Киеве, который состоится 29 марта во Дворце Украина. Она будет бороться за возможность выступать на всемирно известном конкурсе «Санремо Джуниор» в Италии.